Дима мечтает попасть на концерт Шнура. Маруся – танцевать как балерина. Настя – встретиться с Тимати. Пермские дети вместе с родителями представили на бумаге свои самые заветные мечты и желания. В парке Горького вновь создали самую большую карту мечты пермской семьи. Получить медаль по ушу. Чтобы моя сестра училась на пятерке. Ну, я делала за племянника. Он очень хочет быть военным, когда вырастет. Очень хочет все успевать, чтобы быть семьей, ну, на какие-то хобби, чтобы было время. Я же самбист, хочу быть самбистом профессиональным. Я мечтаю стать футболистом. Андрей и Татьяна Прокушкины в прошлом году участвовали в создании первой карты мечты. Загаданное желание исполнилось. Месяц назад пермская семья стала многодетной. К двум дочкам добавился сын. В прошлом году, когда вы задали вопрос, о чем мы мечтаем, говорили, что о большой семье. В этом году мы пришли к вам с пополнением уже. Пермяки создают карту мечты во второй раз. Цель подобных мероприятий – напомнить о важности семейных ценностей, говорят организаторы фестиваля, сеть салонов оптики «Точка зрения». Мы это делаем для того, чтобы объединить семьи. Не так часто у родителей получается проводить время с детьми. А теперь выходной день, они могут все вместе помечтать, создать, воплотить свою мечту на бумаге, и это точно им поможет их вместе воплощать. Потому что если только вместе мы будем их воплощать, только тогда мечты сбываются. В этом году пермяки отобразили свои желания на 82 рисунках. В результате площадь карты мечты пермской семьи составила 20 квадратных метров, что почти в два раза больше карты прошлого года.